Это очень здорово. Спасибо. А вы когда-нибудь видели тепловые аэростаты? Видели? Видели? На картинках, на видео. Вживую никогда. Очень хочется на самом деле взлететь и ощутить вот эти эмоции. И порадоваться вместе со всеми. Такому празднику. Ну, ребята, раз вы сегодня у нас в гостях, чем вы будете удивлять наших зрителей? Мы будем удивлять хорошими, добрыми песнями, ярким, зажигательным настроением. И будем стараться сделать все, чтобы люди вошли в хорошем настроении, состоянии в этот фестиваль, потому что мы открываем. И чтобы все было ярко, красочно, и люди танцевали и пели вместе с нами. Потому что мы будем играть самые добрые, светлые, яркие песни. Итак, целый час команда «Стиляги Бэнд» будет исполнять популярные хиты 80-х, 70-х, 90-х годов, зажигать на сцене в Кунгуре. Смотрите, желтые шарики пошли, а мы сейчас про желтые ботинки споем, да. Девушка, вы танцуете сейчас? О! Ваше соло. Кто еще с желтым? Танцую! Я вас вижу! Церемония открытия 15-го юбилейного фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка 2016». Выступает команда «Стиляги Бэнд», а пилоты тепловых аэростатов уже начинают подъем в небо. Соло соседа с верхнего этажа. Идите, да, все, до свидания. Давайте проводим аплодисменты. Кстати, парни, вот, стиляги улетают в кунгурское небо. Все. Проморгали деваху. Стоит отметить, что в 2011 году фестиваль «Небесная ярмарка» принял уже 36 пилотов тепловых аэростатов. В рамках воздухоплавательной программы «Восток» «Небесной ярмарки» принимает участие аэростат спецформы под названием «Восток», сшитый к 50-летию полета человека в космос. И, кстати, пилоты в рамках «Небесной ярмарки» не раз выступали не только на Кунгурской земле, но и на границе со Свердловской областью. Однажды был установлен рекорд мира – массовый перелет через границу Европы и Азии. Прошло это все возле Екатеринбурга. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала краше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милей всех на свете, королева красоты. Не улетай! Я
Жаль, что далеко не всем удается попасть в корзину. Но, кстати, очень часто пилоты проводят акции, сбрасывая листовки из своих корзин на город. Ну а те, кто поймал эти листовки, могут выиграть полет на тепловом аэростате. А, да, можно сказать, в прямом слове на сцене лежат группа «Стиляги Бэнд». Ребята исполняют абсолютно вживую все песни, чем зажигают всех зрителей. Ё-моё! Все на свете пират, и по праву гордятся ей за то, что бабушка грабит и жжет их фрегаты, но щадит стариков и детей. За то, что бабушка грабит и жжет их фрегаты, но щадит стариков и детей.